заранее приготовить билеты на проверку. Вот так интересно выводить. Даже сверху все. Прогреваются двигатели. Группа собирается с мыслями. И шоу начинается! Самолет побежал по взлетно-посадочной полосе. И через проект будет в воздухе. Максимальный взлетный вес этого самолета составляет 75 тонн, но посмотрите, с какой видимой легкостью он смыл в это небо этот приз. Самолетом управляют опытнейшие пилоты-испытатели компании Airbus, Дюк ван дер Стишель и Пьер Гати. А350. Слева от вас проход, и летчики видят ваши аплодисменты. Ваши руки в небо, А350. Подобные самолеты задают новые стандарты эффективности и пассажирского комфорта, воплощая в себе все самые передовые достижения в области. Будет продемонстрирован уход на второй круг. Штатный уход, так что не волнуйтесь. Они выполняли все проектные и прочностные расчеты по хвостовой секции фюзеляжа, а также по модулям по установке систем и интерьера салона. Корпорация ВСМПО «Алисма» является важным поставщиком титана для производства шасси и пилонов двигателей А350. Итак, летчики-испытатели компании Airbus, Дюк ван дер Стишель, Пьер Гати, заходят на посадку с левой стороны, и очень скоро самолет будет пробегать перед вами уже медленно, так что, дорогие друзья, готовьте фотоаппараты, ну и не жалейте, конечно же, ваших рук, поднимайте их выше, чтобы наши друзья из Европы, которые прибыли сюда, наши уважаемые дорогие гости, чувствовали по-настоящему теплый прием на авиасалоне «Макс». Есть касание. Реверс. Торможение. И этот красавец карбоновый ливреи перед вами –